И я цела, спасибо. Поехали. Так. Ты еще внизу? Ага. И еще тут. Я так уточняю. Ну, давай руку. Я сама. Хорошо. Хочешь, поведу? Нет. Я не против. Я против. Мне нужен контроль. Давай просто насладимся моментом. Есть глупый вопрос. Ну, не томи. С чего ты взяла, что бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о Хойселских выставках. Я и о Хойселе не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный. Так хотел похвастаться богатством своей империи. Отстроил новую столицу, чтобы хранить там бивень. А потом навлек на себя персов. И нас. Да, теперь и нас. Эй, смотри, толпа фламинго. Ух ты, освежает. Спасибо. А предупредить? Да брось, весело же. Ну, приятно ведь побыть на природе. Вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бывает? Вообще-то, нет. Глянь, беги, стой, стой! Надо же, Хойселские руины. Через ворота проедем. Сейчас посмотрим. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур. Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша – покровитель Халибиду, более новой хайсальской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Ну, красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй, в машине есть лебедка? Вроде да. О, класс! С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Все, должно давай, сработать. Фрейзер, уходи из засады! Черт! Прячься! О, спасибо, Рой! Ну, все чисто. Стена на вид не очень прочная. Да, кстати, я нашла бивень Ганеши. Можно по домам. Так, о чем мы там? Ты хотела разобраться с воротами. Точно, ворота. И поехали. Чего притихла? У меня просто легкий шок. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии
Смертельно опасно. А что, большие летучие грызуны? Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам или лемурам. Хорошо, я поищу. Другое дело. Сделано. Стоп! Асаф. Глазастая. Черт. С ним целый батальон. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то. Так не пойдет. Черт, шума будет много. Осторожно. Ну, конечно.
Ну, слезай. Между прочим, я умею водить. Не сомневаюсь, солнышко, но мне так удобней. Ого. Здесь можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим осавом. Три символа. Глянем на карту. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может.